Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печерское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Приглашаем вас на выставку контактного зоопарка «Рептилий и обезьян». Здесь вы сможете потрогать и сфотографироваться с животными. Вас ждут до 3 июня в торговом центре «Рио» на втором этаже ежедневно с 11 до 20 часов без возрастных ограничений. Сетевой магазин «Планета. Одежда. Обувь» приглашает за выгодными покупками. Здесь предоставлены более 15 тысяч моделей товаров. Одежда, обувь, текстиль и многое другое. Магазин объявляет розыгрыш. При покупке товаров на сумму от 1000 рублей вы получаете купон на розыгрыш, который состоится 9 июня в 17 часов возле магазина. Главный приз – путевка в Крым, а также будут разыграны бытовая техника и другие призы. Магазин «Планета. Одежда. Обувь». Улица Марии Булгаковой, 2D. Торговый центр «Северный». Первый и второй этаж. И это вся информация на сегодня. Не переключайтесь. Впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – современная медицинская клиника. Стесняетесь своей улыбки и боитесь улыбнуться на людях? Решение есть. Протезирование зубов в современной медицинской клинике. Приглашаем на бесплатную консультацию. Вас осмотрит стоматолог-ортопед. Врач составит оптимальный план лечения. Мы подберем вариант протезирования для любого бюджета. Предоставляются скидки пенсионерам, людям с инвалидностью и членам профсоюзных организаций. Запись по телефону 30350. И о погоде. По данным синоптиков, завтра, 24 мая, в Печоре ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер северный, северо-западный, порывистый, 11-13 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет 3-5 градусов мороза, а завтра днем 1-3 градуса тепла. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и еженедельник. Наша газета выходит каждый четверг, и мы вместе с вами уже 20 лет. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Наталья Чежина. Всего вам самого доброго. До встречи!